Еще раз привет. Сегодня вам покажу Mazda 6. Машина у нас 2021 года. Совсем новенькая, совсем свежая. Машина приехала к нам в ремонт. Проехался клиент на летней резине. И бампер, крыло, двери не тронуло чуть-чуть. Там коцнуло. Вот, фара снесло. Вот, все сделали. Антихром, потому что решетку сломала хромирование. Вот, и решили покрасить ее в черный цвет. Удалили хром и покрасили. Такая вот у нас машина. Сзади тоже сняли хром и сделали черным. Машина смотрится вообще очень круто. Прям красивая. По жопе, что у нас у машины. Хорошая выхлопная, такой немножко басистый звучок идет, все штатное, две выхлопных, смотрится очень классно. Вообще Mazda 6 на самом деле, ну, мне очень нравится. И реально машина, грубо говоря, машина там с 15 или 16 года, я уж не помню, вот, кузов этот там пошел, их реально подняли качество, они стали очень достойные и смотрится красиво, и машина сама надежная. Мотор, кстати, 2 литра, едет очень бодро, прям реально отзывчивый. Вот, такой вот у нас внешний вид машины. Сейчас сразу покажу под капотом, что у нас. Глянем, вон тут бензобак, здесь он находится. Вот, конечно, пневмоупоров нету, вот это лоховство, я считаю, на такой машине. Уж можно сделать пневмоупоры, все с корягой. Моторчик работает тихо. Все нормально, все красиво, сделано, все собрано. Ну, Mazda. Вот. Капот закрывается вообще четко. Не как на некоторых машинах. Просто раз. Бесшумно, можно сказать. Так, сейчас сразу покажу, что в салоне у нас. По салону машина, здесь кожа, все мягенькое, верх мягкий, здесь такая хромированная вставочка тоже идет, стеклоподъемник. Так, ну здесь комплектация не сильно богатая, подогрева задних сиденьев нету. Ну, кожаный салон. Так, места в машине много. Здесь сидешка у нас очень сильно назад отодвинута. Даже она практически, вот смотрите, много отодвинута назад. Места в машине есть. Еще вот. Ну, упираюсь, конечно, если вот так прям развалится. Но места в машине достаточно. Здесь что у нас? Вектора. Обдувка салона. Так, что у нас здесь еще? А, то вот есть. Трехзонный подогрев сиденьев. Оказывается, есть. Я вас обманул. Подстаканнички, мягенькие такие штучки, чтоб так забыли ножик, надо забрать. Вот, по салону, в принципе, все. Подсветка. Места над головой много. Вот. Все собрано хорошо. Все нормально. Строчка. Ну вот все по заднему ряду. В принципе, вот все, что есть. Сзади сидеть удобно. Сиденье. Вот сиденье, кстати, прям, ну,
мягенькое такое хорошее. Удобный задний диван. Вот. Так. Пойдемте на переднее сиденье. Двери закрываются. Ну так. Хлопочек есть, но не особо приятный. Так, по передней двери что у нас? Здесь тоже у нас кожа. Здесь мягко. Под хром, под алюминий вставочка. Здесь это все у нас такое мягенькое. Все хорошо. Здесь у нас, смотрите, память сиденьев, электропривод сиденьев. Вот. Здесь на окошко дует. Машина вот прямо вот реально очень мне нравится. Честно говорю, мне автомобиль нравится. Сейчас вот будет еще Camry, Toyota у меня на обзоре после Mazda. Вот, тоже ее выложу. Посмотрите. Вот Camry, честно, вот вообще не внушает. Вот машина вроде бы новая, вроде прикольная снаружи, но внутри она вот такая вот. Camry, честно, как барахло. Здесь, смотрите, я вот коленкой бью даже по центральному тоннелю, вот даже слышно. Я бью и качаю рукой, и здесь все стоит дубово, все сбитое, вот все современно. Вот реально смотрится все современно, все красиво. Кнопка спорт переключается, панель, все, смотрите, какая графика. Все круто, вот реально. Машина, сидишь, смотришь, здесь мягкая панель, тут строчка. Машина выглядит очень современно, прям вот реально. Очень круто, очень хорошо. Здесь дверь, подсветочка тоже не диодная, но все работает. Что у нас здесь? Шторочка, подсветочка. Вот, машина вообще вся сбитая. Вот смотрите, бью, ничего не гремит, ничего не дребезжит. Вот, хозяин ездит, говорит, машине тихо, машине вот реально хорошо. Вот с хозяином Camry общаюсь, даже вот машина говорит, вот он говорит, буду ее продавать. Не из-за того, что там в ДТП попал, просто будут типа ее продавать. Ну, что-то не то. Здесь вот я говорю, машина, реально машина современная. Вот приятно в машине находиться. Ну, шумоизоляция может от мотора. Такая чуть-чуть может, как бы, слышно мотор. Вот, но в общем, на машине есть, ничего не гремит, ничего не скрипит. Даже вот сейчас едешь здесь по всем этим, все нормально. Все тихо, все хорошо. Здесь у нас тоже экранчик. Все нормально видно. Вот. Так что вот такие вот дела. Такая вот машинка приятная, хорошая. Ничего сказать плохого я не могу по машине. Руль удобный, хват. Смотрится стильно, красиво. Я думаю, если вы этот автомобиль купите, проблем у вас никаких не будет. По расходу машина ездит где-то около 10 литров. Но это все опять у нас как ездить. Все зависит от силы езды. Если ездишь потихонечку, и, соответственно, будет есть мало. Вот. Но мотор, кстати, вот реально двушка отзывчивая. 2.5 вообще на Маздах просто такие прям ураганы они на самом деле. Очень-очень резвые. Вот. Здесь у нас тоже, походу, динамик стоит по музыке. Дверь, кстати, закрывается. Вот передняя дверь тоже закрывается немножко. Ну, нету приятного хлопка. Сейчас гляну. Вот, снаружи не показал. Но есть такой. Ну, такого приятного хлопка нету. Вот тут, кстати, можно было поучиться немножко у Kia. У Kia его на Rio даже такой пук. Прям хлопки на хундайках тоже приятные закрываются. Вот. Так что вот так вот. Такая вот машинка, что хотел вам показать и рассказать. Я думаю, если вы ее купите, вам она понравится. И подводить она вас не будет. Здесь, кстати, автомат полноценный. На механику переключается. Все четко. Все работает. Вот. Сейчас покажу вам еще внешний вид. Ну, вот клиенту очень понравилось то, что мы сделали антихром. Вообще смотрится здорово. На белой Мазде мы делали. Вообще еще лучше смотрится. Здесь тоже смотрится вообще классно. Вот так вот. Такая вот машинка. Крыша. Без шумки. Ну, в принципе, все остальное, как на обычных машинах. Сзади, кстати, работает.
такой есть приятный звучок, интересный. Вот так что такой вот автомобиль вам хотел показать. Реально машина хорошая, интересная и доставит вам удовольствие. Сейчас поеду ее отгоню назад. Вот. Мотор, вот да, кстати, вот немножко шумоизоляция от мотора. Немножко есть, конечно, звучок такой. Ну, ходовка, да, кстати, жестковато отрабатывает. Немножко жестковато. Проходит вот эти неровности. Камри помягче проходит. Все вот эти неровности. Более. Вот сейчас здесь. Да, жестковато немножко. А так вот сейчас еду. Ничего не гремит, ничего не жужжит. Все вообще отлично. Да, вот мотор слышно. Немножко шумоизоляции от мотора получше. И вообще круто. Ну, сейчас снег, неровность, эти колдыри торчат. Особо прям вот так вот все не посмотришь и не проверишь. Конечно, покататься будет более. Ну, графика, кстати, вот камера, да, неплохая. И монитор большой, и смотрится современно, блин. Вот реально, и тоненький, вот покачаю. Ничего не скрипит, ничего не дребезжит. Вот реально хорошо. Mazda прям свое качество, реально Mazda подняла и радует. Если взять там год 2000, там я не знаю, 9-й, вот и 10-й года, она была такая, Mazda, все-таки. Да, она была надежная, но она была такая, ни шумки, ничего в ней не было. Катался, вот. А здесь вот именно этот кузов, уже все идут, они реально качество подняли. Машина хорошая, машина приятная. Прям вот реально все круто. Все работает. Все электро, все двигается. Все красиво, все круто. Вот, я думаю, берите машину и не пожалеете. И она вас не подведет. Заправляйте ее хорошим бензином, и все будет отлично. Вот. Вот какую машину хотел сегодня показать и рассказать. Чисто говорю всегда видео. Мои ощущения к машине. Занимаемся ремонтом. И как бы видно, когда машина хорошо сделана, приятная, и говоришь о ней, машина, да, реально хорошая. А когда машина, знаете, так себе, что вытаскивать из нее хорошие там какие-то фразы, слова и искать в ней. Если здесь все красиво, все сбито, то все хорошо. Вот, все, всем счастливо, всем пока. И до новых встреч. Так, ну вот, короче, клиент нам разрешил проехаться на машине. Как говорится, нужно опробовать. Подсветка, кстати, в машине вообще приятная. Все красиво, по глазам не бьет. Сейчас чуть-чуть кружочек дадим, проедемся. Разрешили нам проехаться, раз мы ее починили, все нормально. Проекции, кстати, на стекле даже знаки цветным показывает. Не знаю, на камеру видно, не видно, но показывает все цветно. Сейчас пропустим машину. Пристегнемся, чтобы не пищало. По шумке машину вот сейчас разогнался 150. В принципе, нормально. Немножко шум от арок идет. Но это как и на всех машинах этого класса. Ну и резина там стоит. Пирелли с огромными шипами. Как кошка по асфальту грызет. Сейчас чуть выйдем напрямую. Рулевое колесо. Рулится так не сильно мягкое,
таким сопротивлением, как будто. Но рулится, кстати, плавно. Нету такой прям вот резкости. По качкарям ехали, она вроде бы как жесткая. А вот сейчас едешь по дороге, вроде бы и как нормальненькая. Мягкость. Сейчас вот здесь даже немножко неровность. Машина ведет себя вообще нормально. Но Камри немного помягче. Сразу. Чуть проехался, камрюха помягче себя ведет. Вот. По шумке, в принципе, нормально, тихо, ничего не скрипит, ничего не шумит. Мотор, кстати, 2 литра, такой прям подрывной. Чуть-чуть нажимаешь, и автомат переключается мягенько. Ну и на машине пробега мало. 17 тысяч всего пробега. Сейчас кружочек чуть проеду здесь, и все, и клиента отпустим. Так что вот такой вот автомобильчик у нас. Стабилизация отключается. Парктронички. Обзорность, кстати, зеркал очень хорошая. Вообще зеркала большие, все видно. Нормально. Вот сейчас покажу. Нормальная машина. Аккорд вот у меня. Аккорд, в принципе, наверное, такой же вот. Едешь по мягкости, то же самое. Рулежка только чуть-чуть на аккорде, наверное, поострей. Немножечко. А так, в принципе, едешь. Мне кажется, плюс-минус одинаковая машина. Интерьер. Ощущение практически все то же самое. Проекция удобна на стекле, когда прямо перед глазами смотришь. Ну вот, все, проехали. Сейчас вернусь. Так вот вам показал машинку. Короче, машину можно покупать, брать смело и кататься. Но 2-литровый мотор, кстати, реально едет очень хорошо. Прям бодрый. На Мазде он реально бодренький. Все, короче. Приехали.